Здравствуйте, друзья мои. Это Анапа, и сегодня 14 мая 2019 года. И я нахожусь в месте, где река Анапка впадает в Черное море. Недавно здесь, вот на этом месте, я показывал вам видео, застрял грузовик, который перевозил песок, вот, и, как его вытягивал трактор. Вот, и я писал, что это место скоро должны перекрыть, и образуется перешеек, чтобы люди могли спокойно по берегу моря ходить и туда дальше, вот, по Пионерскому проспекту, на пляже Пионерского проспекта. Вот. И мой комментатор Лейкин Лилейкин, постоянный мой критик, постоянный мой зритель, он тоже писал, что ничего подобного, никакой перешеек тут не будет, будет движение по мосту людей, ну, мост, вот мы наблюдаем вон там, с красивой новой решеткой. Вот, а здесь действительно течет вода и впадает в море. Собачка бегает. Ну, тут воробью по колено, и собачки, я думаю, тоже. Она сейчас перебежит на ту сторону, если захочет. А может быть, сейчас и забежит ко мне. Ну, иди ко мне сюда, собака, иди. Беги сюда. Поднимайся. Давай, давай. Так, так, молодец. Вот, и назад. Лягушки там квакают в Анапке. Ветерок такой прохладный ветерок, температура градусов 15, наверное, по ощущениям, да и градусник около того показывает. Ну, тут у нас все раскопано, раскурочено, действительно, тут ездили КамАЗы, а КамАЗы по версии Лейкина-Лилейкина, они возят песок на центральный пляж. В общем-то, это так, я уже эти кучи видел. И сейчас я поеду туда как раз и посмотрю, как насыпается песок на пляже. И, конечно же, покажу вам, но в следующем моем включении. Ставьте лайки за этот ролик, подписывайтесь на мой канал, нажимайте значок колокольчик, чтобы получать уведомления о моем канале. Также смотрите видео, предложенные по конечным заставкам и по подсказкам. Подсказки в правом верхнем углу в виде такого кружочка. Всего доброго, до следующих встреч, друзья мои.